Дорогие друзья, всем доброе утро. Опять выпал снег, опять на дорогах будет грязь. Привет, Шкода. Привет, Валера. Отметаем, заводим машину и выезжаем в путь. Сегодня нужно будет забрать коллегу на Обуховской обороне и вместе поедем на работу. Ура! Всем хорошего дня и хорошего настроения. Шушерский парень. 15 декабря 2021 года. Время 6:43. Температура за бортом плюс 2 градуса. Кольцевая автодорога. Едем за коллегой. Как все-таки настроение зависит от погоды. Мрачное, темное, мокрое утро и такое же настроение. Да. Едем. Да, каждый день по-разному. Бывает, что сразу с 9 начинаешь куда-то ехать. Сейчас вот дали отдохнуть. Не было работы, не было заданий. До 11 часов. 11:17. Мы только выехали. Нужно съездить на улицу Грибалевой. Там отдать документы. И съездить на Манежную площадь. Там забрать документы. Приедем в офис, не знаю, получится уже по времени поесть или нет, или мы опять без обеда. Но я думаю, что все будет хорошо. В районе 12:30, наверное, вернемся в офис, сходим покушать. Да. Забрал документы в студии 44. Здесь вообще не убирают снег. Лежат такие глыбы. Кошмар. Центр города. Едем в офис. Срочно нужно привезти печать директору. Да, вот так должен пробираться я в машину. Приехал в офис. Срочно-срочно вези директору печать. Срочно-срочно. Короче, взял печать. Срочно поехал. Быстро-быстро. Пишу директору, что не переживайте, выехал. 32 минуты осталось. Перезванивает, говорит, а мне печать-то не нужна. Говорит, что они там, секретари, что-то напутали. Так что, говорит, тебя зря послали. Вот, возвращаемся в офис. Я уже нервничаю. Надо быстрее. Вот такие вот дела. Едем в офис. Сейчас, может быть, если получится, если небольшая очередь, то покушаем. Вот такой у меня обедик получился. Суп харчо, 3 манта, как правильно, 2 хлеба, ложка, вилка, нож. 227 рублей. Все удовольствие. Все, что я люблю, манты я обожаю, и харчо тоже самое любимое, суп. Ура! Будем кушать. Всем приятного аппетита, кто ест. Покушал, сейчас бы поспать. Поваляться, но мы на работе. Подошел к секретарю, дали задание съездить на водный канал, передать там документы в типографию. Так что едем потихонечку на водный канал, передадим документы, отзвонимся секретарю и, может быть, отпустят домой. Дочь сегодня с Викулей, это двоюродная сестра моей жены. Так что поедем, наверное, туда, и сыночек придет. Заберем сыночка и доченьку и поедем домой. Главное, чтобы нас отпустили с водного канала уже домой. Это бывает, что возвращают в офис какие-то срочные дела. Все отдал на водном канале, вернее, забрал. Едем уже по кольцевой автодороге. У нас здесь авария. Ехать показывает участок примерно 9 километров, 36 минут. Едет скорая, всех расталкивает. Видно, что-то серьезное.
едем? Да, ребята, что-то там серьезное полетело. Еще одна скорая и эвакуатор за ней. Ох, берегите себя. Спустились с кольцевой автодороги уже на Московское шоссе. Пробка стоит дальше. Видно, где-то около Пулковского шоссе авария. Но серьезно видно, потому что проехало две скорых, эвакуатор за ними. Будут, наверное, там растаскивать. Не дай бог никому. Кошмар. Ну все, заехал Шушары, поднялся к Викуле, забрал детишек. Сыночек. Привет. Доченька. Все, все в сборе, кроме мамы. Мама наша на работе. Едем домой. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.